Папский совет по межрелигиозному диалогу выразил благодарность Казахстану за сотрудничество и организацию 7-го съезда лидеров мировых и традиционных религий. В преддверии подготовки к мероприятию глава совета кардинал Мигель Ангель Аюса Гиксот отметил важную роль нашей страны как многоконфессионального государства в поддержании диалога между религиями. Совет – центральное ведомство Римско-католической церкви, главная цель которого – продвижение взаимного понимания, уважения и сотрудничества между католиками и последователями других религиозных традиций. Мы благодарны Казахстану за сотрудничество и очень рады взаимодействовать в организации и участии в 7-м съезде лидеров мировых и традиционных религий для продвижения межрелигиозных ценностей. Это расширяет глобальный межконфессиональный диалог. Это очень важное событие, поскольку в Казахстане есть большое этнокультурное, мультиязычное межрелигиозное сообщество, через многообразие единства которого страна объединяет всех, чтобы жить в мире, в сотрудничестве и дружбе.